Это только кажется, что современным людям нужны деньги и больше ничего. Только деньги и решают все проблемы. Но это не так. Людям, как и прежде, нужны забота, ласка и тепло. Невидимая поддержка и опора. Вера в их силу, красоту и возможности. Машин, квартир может быть сколько угодно. А вот родители, их молодость и силы уходят навсегда и безвозвратно. И захочешь время удержать, остановить, побыть немного снова ребенком, но ничего не удержишь. Эта махина под названием «жизнь» каждую секунду несется в неведомую даль. Наталья Бехтерева.